Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль с Балтики «Ярослав Мудрый» в акватории Средиземного моря оказываются под ударом условного противника. Но взять в кольцо боевые судна врагу не удается. План срывается, корабли наносят ответный удар. Артиллерийский огонь направлен на условного противника. Расстояние до него до 15 километров. На борту боевых машин новейшее вооружение и навигационное оборудование. С воздуха корабли поддерживает авиация. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и сверхманевренные истребители Су-35С. Под дымовую завесу корабли выходят из боя. Поставленная задача выполнена. В учение принимали разнородная группировка, в состав которой входили корабли Черноморского флота, Балтийского флота, также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс «Бастион», авиация военно-космических сил, а также тральные силы, боевые катера Черноморского флота. Командиры остались довольны работой военнослужащих, а за действиями кораблей ВМФ России внимательно наблюдали находящиеся в Средиземном море военно-морские силы стран НАТО. Алина Пчелинцева, Севинформбюро.